Вон я на квадроцикле как катаюсь. Поехал, поехал. Здесь я начал кайфовать, что он едет. Здесь я понял, что газом управляю не я. Тут я понял, что тормоза у меня отсутствуют. Бам! Вот так вот. Ты дурак, что ли, бля? Я дурак. Видел меня? Где тебя видел? Там. Бля, где ты дурак? Это ты дурак, у меня регистратор есть, ебаный в рот. Я знаю, что ты там мне подвесил. Где? Вот на покатце. Иди сходи пешком, у тебя знак сужения, бля. Какой сужение? У тебя знак сужения дороги. Я, блин, налево должен. Я тебя видел, что ты справа ехал по обочине. А потом я смотрю налево, когда выезжаю на кольцо. Ебать ты, бля, я хуею, бля. Да воспитывался, блядь. Сам не прав, еще я, бля, что-то хотел. Почему не прав? А что ты мне? Я подъезжал оттуда. Откуда? С кольца. С какого кольца? Вот отсюда ты меня подрезал. Я поехал сюда, чтобы... Где я тебя подрезал? Ты мне дальше начал толкать. В смысле? Я груженный еду. Как я, блядь, за метр остановлю, бля? Машина! Допустил наезд на остановку общественного транспорта, где люди... Куда ты едешь-то? Ты чё, пешеход, что ли? В ебу. В 3:16. Ох, мама дорогая.
ублюдок, блядь. Блять, идиот, сука. Идиот, сука. Видите, что здесь происходит? Да, так вот, вам подъехать. Что это там? Лесопедист? Какой-то велохулиган прям. Слушайте, здесь же это. Прям вообще нагло еще. Вообще класс! Как бы он это об нас сейчас руки не вытер бы. Да его лучше пропустить, Антон Витальевич. Он такой борзый, прям вообще. Красавчик. Я думал, только автомобилисты такие, а еще велосипедисты такие. Потрогать могут. Ну не, он так от него оттолкнулся, главное. Еще и помог.
Вопи, 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 вопи. Вопи, 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 вопи. Duduk.
sightseeing. Oh no. No way. Ya Allah, alhamdulillah, ya Allah, subhanallah, subhanallah, ya Allah. Whenever you buy a used car, always pay attention to the gaps in the door. This is how you could tell if it's been in an accident or not. After 2 seconds, 1 second. The fuck?